Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Предприятие «Гомель Облпассажиртранс» было создано 15 декабря 2011 года. Расскажите, пожалуйста, какие задачи сегодня вы выполняете и как оцениваете результаты первых лет работы? Да, сегодня можно говорить, что предприятие нашло свою нишу в организации перевозки пассажиров. В рамках этого было заключено со всеми горосполкомами договорные отношения на организацию перевозки пассажиров. Было создано контрольно-ревизорская служба, отдел организации перевозок, диспетчерский сектор по организации дорожного движения, который сегодня занимается проведением конкурсов на право выполнения перевозки пассажиров, изучаем пассажиропоток, формируем схему маршрутной сети. Если сегодня говорить о том, что каких успехов сегодня добились, то мы сегодня единственный оператор на территории Республики Беларусь, который именно в областном значении осуществляет организацию и контроль работы пассажирского транспорта. Одна из главнейших функций – заключение договоров с транспортными перевозчиками. Расскажите, сколько их было подписано в 2015 году? Да, действительно, в 2015 году мы заключили более 300 договоров с перевозчиками негосударственной формы собственности, а также с таким предприятием, крупным предприятием, перевозчиком «Гомель Облавтотранс», где в этих договорных отношениях четко прописаны права и обязанности как перевозчика, так и оператора пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, научно-технический прогресс не стоит на месте и затрагивает абсолютно все сферы. Расскажите, как вам новые технологии позволяют осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозок и расписания движений? Внедрили GPS-навигацию на пассажирском транспорте, который осуществляет перевозку пассажиров в регулярном сообщении. Внедрили автоматизированную систему диспетчерского управления. Данная система сегодня предусматривает не только смотреть работу автобуса в режиме онлайн, а также контролировать и управлять процессом именно перевозки пассажиров, позволяет контролировать скоростные режимы автобусов и водителей, позволяет сегодня информировать пассажиров в режиме реального времени, как через средства интернет, так сегодня мы прорабатываем инновационный проект, нашли сегодня инвестора для города Гомеля, который будет размещать на остановочных пунктах табло, которое будет информировать сегодня пассажиров по прибытию транспорта, не только автобусов и троллейбусов, а также в том числе и маршрутных такси. В последние дни в интернете активно обсуждается тема введения графиков для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками или, другими словами, для маршрутных такси. Расскажите, как нововведение отразится на их работе и с какой целью вводятся графики? Местные органы власти, а также жители говорят о том, что на конечных остановочных пунктах засоряют водители маршрутных такси соответствующую территорию, там, где они находятся. Поэтому в целях сокращения отстоев на конечных остановочных пунктах было разработано расписание движения маршрутных такси. Есть много моментов сегодня положительных, которые нашли сегодня перевозчики. А именно, раньше по живой очереди они приезжали, как они говорили, в 5 утра занимать очередь. Сегодня, согласно действующему расписанию, водитель, приезжая на маршрут, он сегодня знает точное время, во сколько ему приезжает. Поэтому режим труда и отдыха сегодня именно контролируется как перевозчиками, так и нами, как оператором пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, и последний вопрос. С наступлением дачного сезона будут ли какие-то изменения в расписании движения на пригородных маршрутах? И как сегодня жителям области можно следить за изменениями в расписании? Можно ли это делать, скажем, через интернет? Рассматривается вопрос с заказчиками и перевозчиками увеличения количества рейсов в дачный период. А также будет ставиться подвижной состав соответствующий, то есть увеличивать будем провозную возможность для пассажиров. Эту информацию сегодня можно получить как через средства массовой информации в газетах, по телевидению будет доведено до пассажиров, а также через средства массовой информации интернет, через сайт Гомельского автовокзала,
операторов пассажирских перевозок и самих перевозчиков. Дмитрий Михайлович, спасибо вам за такую интересную и содержательную беседу. Всего вам хорошего и до новых встреч. Спасибо.